Всем привет, друзья, с вами Токи, и недавно мы с пацанами придумали пранк, суть которого заключается в следующем. ГИБДД не может останавливать машины автошколы или, в принципе, как-то взаимодействовать с чуваком, который сдает на права. Есть только одно исключение, это многочисленные нарушения ПДД. Но нам это исключение нафиг не надо, так как мы просто будем суетить, слегка уходя в занос, но как же мы сможем легально понарушать? Короче говоря, мы сделаем копию пятнашки, которую выдают всем чувакам, которые сдают на права, и посмотрим на реакцию окружающих. Я напоминаю, что мы находимся на 4-м сервере МТА провинции, так что будь лапочкой и начни играть вместе со мной по ссылке в описании. Ну и конечно же, не забудь про лайк и подписку, ибо это лучшее топливо для моей морали. Желаю вам приятного просмотра. В общем-то говоря, сейчас по РП избавимся от прав. Я приеду к участку, передам тебе документы, и ты их порвешь, понял? А мне надо что? Ой. А мне надо что-то. А тебе просто смешно что-то горит. Я буду тихо сидеть. О, Раким руинит запись уже. Я буду тихо сидеть. если кто не понял. Короче, нам просто нужны особенности экзаменационного автомобиля. Подчеркнуть, то бишь, какой цвет, палитру, да, заскриншотим его потом еще. О, вон. Блин, ладно, не, на свою знаем. В общем, какой регион... Блять, кажется, я так без прав и так останусь. Мне интересно, вот действительно или меняются регионы в зависимости от того, в каком городе располагается автошкола. Так, мы в ГУВД. Подъезжай, где цветы брать. Здравствуйте. Здравствуйте, мы на детейлинг записывались. Хочу избавиться от своих прав незаконно. Поможете ли вы мне в моей незаконной деятельности? Вы же, как известно, криминальный авторитет. Так, конечно. Давайте ваши права тогда. Погоди. Ой, отняла денег, блядь. А если, типа, ты меня лишишь, то у меня все категории сбросятся? Да. Ты все равно не работаешь, какая разница? Ну, блин. Вообще-то не хочу, я иногда подфармливаю. Мой друг Ян хотел лишиться прав. Скажем так, накладочка произошла, и в общем, Ян захотел лишиться. А помнишь, ты говорил, что ты мечтал проехаться на экзаменационной тачке, как в последний раз? А, как в последний? Да, это как в песне Тима Белорусского. Типа вот это. Как в последний раз. О, ты же еще в Беларуси недавно был, помнишь, ты еще и сказал? Да, я хотел к нему отправиться, к теме белорусским. Мне придется лишить вас прав. Давайте сюда ваши права. На, ешь. Приятного аппетита, братан. Блин, слушай, а если следящий за тобой есть, может нам что-то нарушить, чтобы ты нас лишил? Я сейчас зайду в КОАП, посмотрю, где на пересдачу отправляют. Статья 12.18. Многократно грубое нарушение КОАП при сдаче на права. Пересдача. Это нам подходит. А может быть просто обойдемся без этого и поедем по караулям возле автошколы какого-нибудь автокурсантика, чтобы проследовать за ним и срисовать все отличительные черты автомобилей, которые сдают на права? Давай. Да зачем? Пока, мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Приятного аппетита. Так, в таком случае отправляемся в автошколу и будем ловить машины, которые сдают. О, ночь ГВД, погнали туда, а потом продолжим. Давай. Чтобы растянуть хронометраж видоса. А давай сейчас вот сразу захожу, кричу Токи-Токи. Сидеть, Токи! Я так надеюсь, что меня заплатят на этом мероприятии. Ой, погоди, блядь, нас тут видно. У вас так всех одинаковых, да? Дай пройти, сука! Скинь домашку, Паше. Паше, скинь домашку. Бригада Паши Пэла, возвращение! О, нет! Знаешь почему? А это твой! Токи, беги, беги! Беги, косолапы! За тобой три мана! А нет, ты где, честно? Ну это бывает такое. Ян, ты где? Я в автошколе стою. А, ты уже, блин, пешком дочапал-то туда. Окей, ладно, еще еду. Не, а может на вокзал заедем? Куда мы едем? Да на разворот, там просто депсы. А, депсы. Ну я не знал, что кто из них Томми Пас. Кто-то один из них точно не Томми Пас, но не позже, не в двух экземплярах! Плати. Что ж, бывает? Вот за два бомжа стоят. Ну это твинки, это не настоящие. А, не, девочка, смотри, давай. Здравствуйте, можете нам помочь? Друг, привет, конечно, обращайся. Не-не-не, мне нужна конкретно она или кто угодно другой без прав на Б категорию. А я уверен, что у нее категории Б прав нет. У меня все есть. Блять, как? Ладно, извините, мисс. Чего? Во-во-во, Толик. Привет. Что? Водительские права есть у тебя на машину? Что-то плохое мутит. Поехали с нами, прокатимся, мы тебе права намутим. Мы тебе дадим денег на права. С одним условием. Все, что тебе нужно будет сделать, это просто сдать на права, окей? Номера как у бублика. Я просто ехал на велике, на меня фура наехала. О, тут курсант выехал. Можешь остановить его? Так, смотри, номера 63. Салон в цвет, короче, этого. В цвет кузова, понял? Спасибо, сэр, можете ехать. Так, ладно, поехали за соковой пятнашкой. Прийти в ГУВД, сказать, тебя лишили, попросить отвезти к автошколе.
Тебя привозят, а у тебя там уже в гараже стоит машина, но не заспавнен. Ну да, я так хочу сделать. Правда, там же системно, ты должен в гараже появляться сразу вместе с машиной. Я скажу, фига баг. Можете ждать тут, я сейчас, короче, на тюнинг и приеду. У них же черные колесики, да, были? Да. Мне кажется, я сейчас почти идеально попал. Я к вам сейчас приеду. Блять, пацаны, у меня денег нет. Как раз таки ты в эту хуйню садись, чтобы меня не спалили. А я на приборе поеду. Новым лидером города Невского становится Жавид Холибоев. Поздравим, пацана. Мы как в форсаже каком-то, как команда, типа, один едет номера вешать, другой цвета меняет. Ебать, я успел. Я тут вообще реально как в форсаже. Слышишь, мне на встречку Мэрин летит, ну и я сам по встречке. А, радиотехника звонит на дверь. Меня зовут Саня Радиотехника, и сегодня очень особенный день для Радио Провинс. У нас 6-й день рождения. Приглашаю тебя на праздничный квест. Саш, спасибо. Чуть-чуть попозже, по-братски. Блять, штрафы, я же забыл оплатить. Саня, вот сбил меня ты, понимаешь? Следуйте за маркером, чтобы встретить вилочку. Вилочка у нас находится где-то в Волчанске. Так, пожалуйста, бомж, только не шага влево. Ой, да, как прямо удобно. Ой, они бомжа сбили. У вас Джавид Холибоев теперь глава, мой друг. Меня теперь останавливать нельзя. Сука, не дает мне проехать. Все, упрёры, второе дыхание очнулось. Так, лады, смотрите, здесь много игроков. Вот это вилочка, ну-ка. Привет, как удобно стало сейчас организовывать вечеринку. Благодаря радио в твоем телефоне. Проверь его работоспособность. Как? Хорошо, давай включим. Наконец-то как? Эта кнопка в телефоне оказывается впервые за долгое время оказалась полезной. И ребус пришел, я того все. Так, так, рейх осуждаем. Тут, короче, плод перевернутый. Только рюмка водки на столе, мне кажется. Что это за здание? Как его назвать? Здесь буква Z где-то есть, кстати. Вот в этом, в королевстве, по-любому, вот этом здании замок, это замок, слово, я уверен. Только мы, блядь, думай 9 классов образования, сейчас А плюс А, не, я не понимаю вот этого, вот меня вот это ломает вообще. Куда оно и где оно? Вот это вот, каких слов? Только мы, что-то там, каких слов? Вот этот маг и вот это кресло в конце, каких слов? Замок перевернутый, КОМАЗ. 4-я буква А. КОМУЗ. Ой, ком... А, погоди, блять, я долбоёб, по-моему. Только музыка. Вот это, по-моему, пробелы, да? Да, я понял, пацаны. Только музыка, никаких слов. Все, да. Не, это интересное было, реально, мне нравится. И пофиг, что 1500 рублей получу, мне на самом деле приятно было. О нет, о нет. Вот, да. А там настоящая моделька радиотехники? Да. А, надо по телефону вызвать его? Кого? Нет, на втором этаже. Там стоит Тревор. А, да? Я думал, это Шульц какой-нибудь. Выполнено. Да, ладно. Следуйте за маркер радиотехника. Ладно, пацаны, я погнал, пока. Ух, ни хрена себе, у меня сейчас графоном у меня молока налили. Ой, пиздец, автодалился почти что. Бля, как эти точки соединить? Не знаю, это так сложно. И что это за хуйня? Ладно. У нас есть РП-подборки, где ты можешь предложить свои треки в нашей группе ВКонтакте. Моргенштерн! Пазл это прикольно. Мне кажется, легче всего сделать вот этот вот моментик с рисунком. Не понял, в смысле? А почему у меня неправильно? А, на радио. Да, радио. Я просто думал это игнорировать. У меня опять Санёк звонит, ребят, погодите. Сань, что хотел? Вам может показать. А, да ну нахуй, сюда, ебать, 1500. Yes! Пока мы проходили квест, я уже и забыл про первоначальную тему ролика, а именно про пранк с пятнашкой. И если честно... И если честно, мне кажется, он немножко провалился. Просто как оказалось, всем в основном похуй. Но парочку приколов все-таки удалось запечатлеть. Третья стадия хасадить. Вот моя машина курсанта. Да, маршрут открою на всякий. Да я знаю, сейчас направо ехать нам. У меня аж голос, блядь, пропал. Направо. Ой, блядь. А, один поверил. Ну-ка, погоди. Кто? Ебать. Слушай, этот ремент едет, он меня шугается, блядь. Да похуй. Я не знаю, я уже на 2 красных проехал. Ого. Ну да, я нарушитель. Написал, можете хасика поймать на пятнашке автошкольной катается в привет. Сейчас я хочу спросить, подойди к ней и скажу, помогите, типа, а если я выйду из машины, типа, она пропадет? Сука, этот трактор вонючий, догнать не могу. Давай, на обгон, быстрее. Шашку. Ой! Ой, остановилась. Уход с места. Ой. Извините, а можете подсказать мне, если я выйду из машины, она пропадет? Обман администрации, бан 30 дней. Да, наконец-то пофиксили. Мы идиоты? Не, я обманул идиота. А. Я размотался по жестику. Ну что, пацаны, такой вот получился ролик. Надеюсь, вам понравилось и прикольчики заставили вас улыбнуться. Не забывай про лайк и подписку. Ну а на этом у меня все. С вами был Токи. Всем поки.